24 февраля в школе номер 44 прошел День спорта. В мероприятии принимали участие команды всех классов. Дети бросали снежки, метали валенки и проходили полосу препятствий. Всего в спортивном празднике было задействовано почти 800 учеников. Быстрее, выше и сильнее выясняли с 10 утра до 2 дня. Задания для ребят были разные. Если для малышей упор делали на туристическое направление, то старшеклассники состязались в зимних видах спорта. По итогам всех конкурсов победители были выявлены в каждой параллели.